целью предотвращения чрезвычайных происшествий на железнодорожных путях сотрудники ГИБДД проводят профилактическую операцию «Внимание! Переезд». По статистике, порядка 95% аварий там происходят именно по вине водителей. Однако некоторые автолюбители продолжают идти на риск. В ходе мероприятия за выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, было привлечено 11 водителей по статье 12.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей или лишение права управления на срок от 3 до 6 месяцев. Госавтоинспекторы напоминают водителям, что движущийся на скорости поезд остановить быстро невозможно. Поэтому, если на его пути появится автомобиль, то трагедия практически неизбежна.